Вот субботний ринок, культур Махалясе, Аллах Джаме, это рядом, Аллах Джамесе. Вот, рядом вот это находится субботный рынок, культур Махалясе. Это или и еще Акев колледж. Акев колледж дебур, да? Акев. Акев колледж дебур, да? В общем, вот так вот такой рынок субботний тоже есть. Вот. Так что рынок был, ну, такой нормальный и овощной, и такой, чтобы знали. Это к сведению вам. В субботу тоже рынок есть. Вот. Культур Махалясе здесь и вещевой, все здесь есть. Так сразу заодно и рынок пока снимаю, я хочу ответить одному господину, достал уже. Сам себя называет Владимиром Одуванчиком. И его так интересует мое настоящее имя, мой возраст. Мое имя длинное, туркменское имя. Вот. Кому надо, тот знает, какое мое имя. Вот. А для таких, как ты, вот, провокаторов, которые в прошлом канале еще были, озвучат ваше имя, чтобы поиздеваться над именем человека. Мое имя для таких, как ты, говорится, Секер. Вот. А перевод сам найдешь, что такое говорится Секер. Вот. Понимаешь? Вот. Я у вас не спрашиваю ваше имя, почему у вас одуванчик вместо имени. Там, или там какой-то именем Дзержинского, или еще какими-то грозными именами, к которым вы отношения вообще близко не имеете. Вот. Называется. Меня вас это вообще не интересует. Вообще не интересует, как вас зовут, сколько вам лет. Вот. Я представляю ваших жен или ваших, если у вас они есть, если, или ваших будущих жен. Вы, наверное, достанете их, с кем они спали до вас. Вот сколько раз. Потому что вы любите копошиться вот так вот, искать чего-то. Вот такие люди. Понимаете? Вот. Имя мое туркменское. Тот, кому надо, тот знает. Вот. Тот, кому надо, тот знает. Какое у меня имя. Как меня зовут. Сколько мне лет. Вот. Кто я. Вот. Почему-то очень много каналов, в которых вообще никто про имя, про возраст, про рост. Никто ничего. На что вы живете, на какие средства вы живете. Нашим людям все надо знать, все надо знать. Вот. Я вам показываю материалы, все о жизни здесь, в Турции. Вот. Как люди живут. Мне кажется, этого достаточно. Вот. Мне кажется, этого достаточно. И в прошлом канале тоже я самое делал. Показывал вам настоящую жизнь. Вот как люди живут. Потому что я среди простых людей живу, а не среди блатных. Вот. Вот такие цены сейчас. Цены сами видите, я не буду говорить. Вот сколько. Вот это помидоры хорошие, я, наверное, возьму. Хороший болгарский помидор. Ой, супер. Вот, супер. 3 лиры. Всего. В общем, вот такой рынок. Культур Махалясе, дорогие мои, приходите. Вот. И тут и рыба есть, все есть. В общем, кажется, вот такой рынок. Культур Махалясе. Пожалуйста, можете приходить. Вот. Он большой такой. Акев колледже, скажете, найдете. Вот. Вот такие дела, дорогие мои. Всех вам благ. Пока-пока.